Это первый раз в жизни такая масштабная работа. Я в шоке от того, насколько много людей пошли на это. Это очень круто. Нам очень повезло, что действительно много классных творческих топовых людей согласились участвовать в этом проекте. Вот здесь вот, на этом пятачке, ты уже видишь. Чуть-чуть более поворотливая свои гипс чисто. Вот, но как бы... Фиксируюсь, да. Я веду себя более свободно. И второе, сейчас просто придумайте себе какую-то позицию, какую-то просто форму, присядьте, нагнитесь, поднимите руку, ногу, странную или простую, и замрите в ней. Хорошо? Балансирую на ветке березы. Привет, крыса. О, вот такое, да-да-да. Давайте контрольный такой же, и все. Чем чуть больше людей. Мы будем бежать хаотично. Мы будем бежать, потому что нас преследуют неприятные темные люди, которых мы уже отсняли. Хочу заметить, что сегодня у нас был очень сильно танцевальный день в рамках наших двух дней. И побежали!
Кого? Я не помню, как это называется. Анкам. Никита, можно я залезу, пожалуйста? Я сейчас хожу за Москву. И пошла. Не хотим записать на репетицию? Нет, там сзади просто человек. Слушайте, а можно? Нет, и начали. Стой, повернись! Ага. Класс. Было? У нас всегда на площадке какая-то волшебная атмосфера. Чем операторская работа Никиты в этом клипе отличается от других его операторских работ? Большим расходом нервов, чем обычно. Кстати, нет, вообще нет. А, вообще отсутствием нервов, не то, что обычно. Не то, что обычно, а сейчас вообще человек без, на спокойном там. Несмотря на все. Стоп! Алло, Антониночка, есть пытание. Я думаю, может быть, дать на общем. Может быть, он поднимет лук на этом плане. С поднятием лука давайте дубли посмотрим, все, да, которые есть. Давай. И убьем лук. А вот там как будто когда надо... Типа раз, а ничего, что ось там нарушена, катовая. А можно последнюю попытку набрать? Я... Не вижу, честно.